Российские туроператоры, которые активно развивают внутренние направления, получат государственную поддержку. Особое внимание будет уделено тем, кто продумывает новые маршруты. Об этом заявил в Сочи Дмитрий Медведев во время совещания, посвященного туристической отрасли. В минувшем году путешествия по стране совершили почти 50 миллионов человек. Если бы не стоимость билетов, эта цифра могла бы еще быть больше. Первое, что предстоит сделать, обеспечить доступные по цене пассажирские перевозки. Поэтому есть предложение дополнительно поддержать авиаперевозчиков, которые будут работать по наиболее популярным курортным маршрутам. Второе. Сейчас многие туристические агентства и туристические операторы работают в очень напряженных условиях. Есть предложение предоставить тем из них, кто намерен сосредоточиться на национальных маршрутах, субсидии.